Вчера состоялось значимое событие для нашего района и региона – торжественное открытие птицеводческой площадки. Начало строительства было положено в марте 2020 года и продлилось всего 10 месяцев. Главными гостями и непосредственными участниками данного события стали министр сельского хозяйства Республики Адыгея Анзаур Куанов, глава Кашхабрского района Заур Хамирзов и генеральный директор филиала «Адыгейский» общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский Бро» Владимир Батулин. Своим мнением о значимости данного проекта как для района, так и для республики в целом поделился министр сельского хозяйства Адыгеи. Проект очень важен. За 10 месяцев преобразилась площадка, которая раньше не использовалась. Сегодня здесь мы перерезали ленточку и дали старт этому новому объекту. Важен он прежде всего тем, что новые мощности вовлекаются в хозяйственный оборот. Особенная ценность и важность этой площадки – то, что создаются рабочие места, и очень важно то, что это рабочие места в сельской местности. Люди получат возможность трудоустроиться. 70 рабочих мест здесь планируется создать, заработная плата будет не ниже средней по Республике Адыгея, поэтому это очень важно, это и налоговый потенциал, это и занятость, это и решение социально-экономического развития Кашхабрского района в целом. Поэтому очень важно, и мы очень рады, что за такой короткий, небольшой промежуток времени такие преобразования здесь произведены, и эффект, я думаю, мы в ближайшее время уже почувствуем. Новая площадка стала для инвестора в республике шестой по счету. Для содержания куриного молодняка были модернизированы 13 и построены еще 7 корпусов. Общая площадь технологических мощностей составила 36 576 квадратных метров. Это позволит выращивать здесь ежегодно 390 тысяч голов ремонтного молодняка. В среднем здесь будет размещено около 220 голов курочек и 25 тысяч голов петуха по всей площадке. Комплектация будет происходить 10 числа с интервалом в 2 дня между партиями. Ну вот вы видите, как бы корпуса построены, да, в хорошем, отличном состоянии. Площадка реконструирована в рамках программы по увеличению производства инкубационного яйца. Проект реализуется на базе площадок группы агропредприятий «Ресурс» в Адыгее и Краснодарском крае. Его ключевая цель – снижение себестоимости продукции за счет наращивания объема производства собственного инкубационного яйца до 73,3 миллиона в год. Дефицит, который сложился сегодня в России и в нашей компании по племенному материалу, то есть вот, создал дефицит суточного цыпленка и инкубационного яйца, а значит и производство мяса. Поэтому компания было принято решение, принята такая политика о расширении племенной зоны. В данном случае была выбрана Республика Адыгея. Почему? Потому что здесь риски меньше, потому что здесь концентрация птицы меньше, здесь все площадки птицеводческие находятся вне населенных пунктов, что исключает риски перезаражения. Здесь будет выращиваться ремонтный молодняк, будем говорить, в чистой зоне, где он будет наращивать свой иммунитет. Здесь будут сделаны все прививки, все исследования, а потом уже птица с иммунитетом будет передаваться на площадке, где будет производиться яйцо. Это была необходимость, которая сегодня диктует нам сегодняшняя жизнь, вот именно дефицит племенной продукции у нас в Российской Федерации. У нас инвестиционный проект реализуется на трех площадках. Это площадка Кашихабльская, Кореновская и Кавказская. Здесь будет выращиваться ремонтный молодняк, а продуцировать птица будет на Кавказской и на Кореновской. То есть на Кореновскую площадку. Вот эта именно птица пойдет на Кавказскую площадку. В следующий раз в этом году она будет комплектоваться и пойдет уже на Кореновскую, бывшая госплемзавод «Русь». Совокупный объем инвестиций в проект реконструкции площадки «Кашхабльская» превысил 520 миллионов рублей. На ней планируется ежегодно выращивать ремонтный молодняк. Это позволило создать более 70 новых рабочих мест для населения. Вот эта птицефабрика имеет огромнейшее значение. Это прежде всего, естественно, рабочие места. У нас было обязательное условие, чтобы набирали местное население. И что очень немаловажно, это дополнительные налоговые доходы. Мы рассчитываем где-то примерно на 8,5 миллиона дополнительного дохода вот в этом году.
Группа агропредприятий «Ресурс» – один из лидеров российского агропромышленного комплекса. Компания занимает второе место в стране по объему производства и первое место по экспорту мяса птицы. На территории Адыгеи расположены птицеводческие и растеневодческие активы группы, площадки содержания родительских стад, комбикормовый завод, земельные угодья. Другие активы находятся в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Тамбовской и Оренбургской областях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.